А смысле? Убежден, что нынешний видеофорум внесет свой весомый вклад в укрепление доверия и сотрудничества между нашими странами и народами. Искренне желаю всем вам успешной работы, вдохновения и новых творческих свершений. Александр Лукашенко. Порой у средств массовой информации подбрасываются фактически несуществующие маргинальные проблемы, а затем на этой основе нагнетается напряженность в обществе. При этом для инициаторов таких манипуляций нет ничего святого. Цель этих спекуляций совершенно очевидна – вбить клин между странами и народами, и современная история, к сожалению, дает нам много таких примеров. Беларусь отметает такую политику и такие устремления. Наше информационное пространство – национальное средство массовой информации – в абсолютном своем большинстве демонстрируют стремление к взвешенному, конструктивному освещению самых сложных проблем современности –